Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить черепашки и ниндзя-легенды. Так, забираем свои награды за Лигу Мастеров одна звезда. Так, бежим сразу в магазин. Открываем бесплатную колоду. Я так понимаю, нам никого сегодня не дадут здесь. Да и фиг с ним. Так, пойдем-ка выполним сразу заодно и задание. Мы будем с тобой продолжать прокачивать Рокзара. И для этого нам понадобится очень много ингредиентов. Как мы видим, еще нужно найти 5 ячеек кренгов силовых. Ну-ка, давай попробуем. Ага, одна есть. Тут пока минус. Отлично. 2 ячейки уже в кармане. Так, а нам нужно найти 4, да? То есть еще 2 остаются. И последнюю. Так, давай, наверное, уже вот здесь будем искать. Так, микроскоп зачем-то нам. Вот, силовая ячейка, отлично. Давай-ка посмотрим, что нам еще нужно. Ах, нет, ребята, еще не все. Давай-ка последнюю найдем. Немножечко я просчитался, получается. Ну давай, давай, не жмись. Вот она. Вот она, ячейка. И давай глянем, что еще нужно. Нам с тобой, короче, 8 катушек с пленкой и 10 знаков, да? Ну, давай попробуем знаки, наверное, с тобой найти. Причем, насколько мы помним, они довольно неплохо идут. Выпадает, так что можно, в принципе, быстро их накопить. Но жалко, что мы уже эти задания выполнили, потому что нам нужно забирать с вами реворд. Раз, два, три, четыре. И последнее — это у нас поднять уровень персонажа. У нас с тобой 20 тысяч мутагена. В принципе, немало, на самом деле. Давай, знаешь, кого-нибудь... вот тигра можно поднять, кстати, маленько. Да, пожалуй, мы его и прапаем. Все, друзья мои, с этим пока заканчиваем и бежим с тобой на арену. Мне просто интересно знать, где я сейчас состою. В мастере или в сёгуне уже? Слушай, в мастере и ранг 60-й. Слушай-ка, не очень-то низко меня сбросили с моего пьедестала, я тебе скажу. В общем так, Коля и Димаш. Тут еще Дориан есть. Я буду брать, наверное, Коляна и буду именно с ним разбираться по-мужски. Так, мы это берем. Тут я вижу максимальный уровень 67-й. Это Рафаэль. Так что надо быть аккуратненьким. И рисковать мы с тобой понапрасну не будем. Возьму-ка я, наверное, Сплинтера сюда, Тимати, Паукуса. И кого-то нужно взять покрепче. А это будет у нас, наверное, с тобой Зек. Хотелось бы, конечно, взять Рокзара, потому что мне нужен здесь провокатор. Судя по тому, какие у меня здесь не очень сильные ребята участвуют. А у него довольно приличная команда. Начиная с Рафаэля, да. Плюс еще, не забывай, Шреддер с массовой атакой. Также у них и Бакстер Стокман. Но я думаю, сейчас Лео здесь немножко почистит ряды. Ё-моё, немножко. Он взял все, уничтожил, что только видел. Хорошо, спасибо ему большое. Он мне облегчил жизнь. Ну и, конечно же, мы с тобой продвигаемся на какую позицию? 49-я, окей. Мы сегодня, кстати, с тобой, скорее всего, зайдем в Лигу Мастеров 2 звезды. Может быть, даже получится укрепиться там. Это, конечно, не точно, но мы с тобой попробуем. Значит так, Джордж, Лис и Джесс. У них у всех абсолютно одинаковые кубки и даже практически у всех одинаковые уровни. Хм. Но я считаю, что менее сильный это, по-моему, именно Джордж. Опять же, берем с собой Лео. Здесь я возьму Армагона, Донателло. И надо будет двух каких-нибудь слабочков взять. Я думаю, вот так вот. Ну что, вся надежда у меня на Лео. А потом, как добивающий, будет Армагон. Ну и, конечно, Донателло. Главное нам, как говорится, перегнуть их по инициативе. Слушай, довольно неплохо. И я надеюсь, что Армагон сейчас всех добьет. Не подведи, родной. И он меня не подводит. Отлично, друзья мои. Ну что ж, мы с вами переходим на следующий бой. Но вначале посмотрим, куда мы приземлимся. Была 49-я и становится 37-я. То есть как минимум еще 3 боя нам нужно с тобой сделать. Я думаю, это нам под силу. И тем более мы с тобой берем Константина. Ну здесь офигеть какой риск, потому что здесь уже, ну сам видишь, 75-й уровень максимальный. То есть тут вообще нельзя давать слабины.
Ой-ой-ой, я даже и не знаю, как быть. Неужели вот этих всех ребят мне придется здесь использовать, а? Получается так. 71 уровень, ты что? Там немножко только стоит просесть, дать слабину, и все, тебе запинают. Я такого позволить не могу, тем более, там Макман, извини меня, какого 73 уровня? Не-не-не. Я все понимаю, но здесь уже точно не до шуток. Давай, наверное, попробуем Лео добить. Так, постепенный урон. Так, Макман. Ох, постепенный, ребята. Он еще и отхил. Еще и полный отхил делает. Что же мы будем с тобой делать? Давай, наверное, повесим на себя дополнительную защиту. Плюс бомбанем ракетами от железной головы. И вот понеслось. Ну, хорошо, что промахивается. Так, массовая атака с сюриками. Мы живем. Не то, что живем. Мы живем и танцуем. Я тебе хочу сказать, потому что... Ну, они просто здесь оплошали. У них не получилось нас прожать. А вот мы теперь будем давать довольно достойный ответ. Ну-ка, давай проникающим. Так, а Макман, я больше чем уверен, сделает на второй попытке, если, конечно, он доживет. Торнадо, но он не дожил. Поэтому никакого ему торнадо не светит. А мы с тобой продвигаемся. Сейчас посмотрим, куда приземлимся. Нам еще два боя нужно сделать. Ух, не знаю, как нам это сделать. Даже три, скорее всего. 25-я позиция, да. Минимум 3 боя еще. Так, ранг 25-й. Ну, давай посмотрим, что мы здесь с собой сможем замутить. Андрей, Том и Павел. Слушай, я, наверное, буду брать именно Тома. 67-й максимальный уровень. Окей. Возвращаем Лео. Берем с собой Бакстера Стокмана. И, наверное, вот этих вот ребят. Ух, была не была. Мне кажется, придется покупать еще откаты. Кстати, не забывай, что сегодня пятница, и через 2 дня у нас обновление недели. А там, как говорится, и вкусные награды. Да ладно, только слэша подбили. Серьезно, что ли? Ну давай, так попробуем. Опа! Ну, уже другой разговор. Так, Рафаэль нам тут не нужен. Окей-доки. И Сплинтер, успокойся, пожалуйста. Какой баф может быть? Какой баф против ракет? Изи, кул. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. Я думаю, где-то будет позиция, может быть, 18-19, по моим расчетам. А ну-ка. Давай-давай, не скупись. Ох ты, даже 13-е. Тогда получается один бой. Назар, Ибрагим и Тиси Тюфан. Тиси Тюфан. Я, наверное, буду брать Ибрагима. Я возьму Ибрагима. Так, возьму здесь Усаги. Да ладно, что, серьезно, что ли? Блин, мне взять некого получается. Ай, как нехорошо, друзья. Ай, как нехорошо. Я, конечно, могу взять вот этих вот. Что-то мне подсказывает, что нас тут разнесут. Ладно, я попробую рискнуть. Если у меня будет ходить Лео и Усаги первыми, то мы порвем их. Если они нас прогнут... Скорее всего, они нас прогнут. А нет, нет, ребята. У нас все с тобой хорошо получилось, потому что Усаги сделает свое доброе дело. Смотри, как это будет все выглядеть. И постепенный урон. Да, отлично. А Дантел тут живет еще, да? Это ненадолго. Фух. Погоди-ка секунду. А как нам следующий с тобой бой замутить? И нам нужен еще один, скорее всего. Ну, проверим сейчас. Нам главное с тобой попасть в Лигу Мастеров 2 звезды. Твою же маковку. Ты представь, какое это разочарование. Мне не хватило буквально немножко. Ну и что? Как теперь мне выкручиваться из этого положения? Эдюха. Да, Эдюха. Так, у меня $447. Сколько стоит у нас 10 откатов? По-моему, 250. Я беру, друзья мои, я беру. Кстати, сегодня мы еще с тобой зайдем в магазинчик. Прямо сейчас. И купим. И купим с собой оставшиеся 3 ДНК на Донателло Космос. Вот так вот, значит, он готов у нас прапаться. Слушай, неплохо, неплохо. По жетонам у нас 535. Кстати, смотри, мы можем с тобой взять 3 ДНК, например, на Бибопа Кролика. Погоди-ка, на Бибопа Кролика. А у нас разве не Бибоп Кролик сейчас разыгрывается на арене? Нет, Рокстеди. Тогда очень заманчиво получается. Стоит взять, да? Это получается 71 ДНК будет.
Там еще, конечно, искать и искать придется, да? Здесь тоже неплохо. В принципе, Рафаэль может в скором времени проапаться. Ладно, хорошо, была не была, ребят, я беру. Беру 3 ДНК, и нам еще нужно будет с тобой 8 ДНК найти на бибопа кролика. И сможем его проапать. Слушай, я думаю, мы все-таки сделали с тобой правильный выбор. Могли, конечно, и на Шреддера все сбросить. Но Шреддер выпадает часто, почаще, по крайней мере, чем бибоп кролик. Ну и все, давай с тобой добьем, в конце концов, эту арену. Эту арену нам нужно добить. Блин, Рокстеди кролик. Прикольный чувак. Он у нас появится на следующей неделе. Точнее, не появится, а прапается. Так, ну что, я здесь, наверное, выберу... Кто тут? Хусиюн. Хусиюн. Ладно, Хусиюн, давай. Погнали. Ну и придется вот этих вот слабых персонажиков нам набрать с тобой. Если так же будет, как вот в предыдущем бою, да, то у нас все будет хорошо. Так, ну что делает Лео свою козырную вертушку? Обалдеть, всех положил. Ну, естественно, Усаги просто остается добить. Ну и давай глянем. Ну что тут, ребят, ну на самом деле все, мы должны с тобой залететь просто. У нас там была какая? 99-я, первая позиция. И вот мы в Лиге Мастеров, причем на 90-й позиции. Все, друзья мои, на сегодня мы заканчиваем с ареной и переходим куда? Переходим, конечно же, на испытание. Так, а у нас здесь 38 минут еще, да? Надо подождать для того, чтобы открылось испытание эксперта и испытание платиновое. А что мы тогда можем с тобой сделать? 38 минут. Наверное, поставить... вот, Донателло Космос. 5000 мутагена. Окей, друзья мои. Ну что же, Донни Космос получил законную свою четвертую звезду. И также у него открывается пассивный навык. Называется «Скорость света». Донни проверяет пределы физики, складывая пространство и время. В начале хода есть вероятность 10% увеличить скорость, я так понимаю, боя, да? На 25%. Ну вот это вот, конечно, скорость на 25% плюс еще вероятность 10%, это как-то... как-то злобно, если честно. Ну, ребят, любой навык, да, который открывается, это уже плюс к нашему герою, согласись. Так что я, в принципе, доволен. Единственное, я недоволен, что нам с тобой придется ждать аж 40 минут, чтобы у нас открылось испытание. Поэтому я предлагаю сделать так, друзья мои. Поставить игру пока на паузу, подождать эти 38 минут, 40, и встретиться, чтобы продолжить игру. А я пока пойду что-нибудь другое поснимаю. Да? Справедливо? Я думаю, что справедливо. Так что, ребятушки, увидимся через мгновение. Ну что, дорогие друзья, вот и откатилось у нас усиление технодрома, и мы с тобой приступаем. Кстати, я тебе хочу сказать, что когда в первый раз я пробовал в нее пройти, у меня зависла игра прямо в процессе боя, поэтому мне пришлось перезагружаться. Так что это моя вторая попытка. И при этом всем я потратил, естественно, сыр. Обидно, прям, ну, вот нет слов, ребята. Так, что я хотел сказать? Да, хотел сказать, что здесь у нас очень хорошее испытание. Здесь мы с тобой получаем и Бибопа, и Рокстеди, и Шреддера, и Кренга. В общем, поехали. Начинаем именно с Бибопчика. Будем надеяться, что в этот раз все пройдет нормально, без каких-либо инцессов, да? Так, поехали. Вот именно здесь, вот, ребята, при первом моем ударе, вот так вот Майки начал бомбить, и зависла игра. Странно было. Обидно, конечно, что мы потратили с тобой 6 сыра. Они мне очень нужны. Но самое главное, чтобы не повторилось это дальше. Так, здесь у нас что? Консервные банки плюс... Ну, давай вот так сюриками закидаем их. Найс. Так, третья волна. И здесь у нас, ну, Бибоп, Рокстеди. В общем, мелочи жизни встречают нас. Мы, естественно, сейчас с ними быстренько со всеми разберемся. Памс, пумс. Одного, другого, третьего. И они все лежат и падают, и отдыхают. Так, Рокстеди, валяйся. Ты нам здесь не нужен. Так, Бибопчика, не смогли мы, кстати, заблокировать ему способности. Почему-то у моего спринтера эта способность, видимо, плохо развита, и он не может блокировать от своего удара у врагов спецвозможности. Ну, спецудары делать, да? Просто немоту, сайленс вешать. Хорошо, ладно, первый бой у нас довольно легкий. Я сегодня хочу попробовать полностью пройти
все это испытание, не знаю, получится, не получится. Но уж больно хорошие здесь реворты и награды. Ну, сам понимаешь, да? Так, тут уже 4 волны у нас будет. Начинается опять с консервных этих банок и с маузеров. Так, шига. Забомбили. Так, консервная баночка упала. Давай, наверное, сейчас и сюда пропишем. Да, нормуль. Переходим с тобой на вторую волну. Здесь то же самое будет, да? Ну, естественно, маузер один по центру. Не знаю, почему он по центру стоит именно. Предводитель, типа, этой шайки-лейки. Так, консервная баночка. Да, просто ее, наверное, вот так вот. Тюкс. Тут всего лишь 50 уровень. Но смотри, уже мой сплинтер получает урон. Так, тихо, банка, не выделывайся. Давай, наверное, добьем ее. Так, второго удара нету. Сюда бы, конечно, не было вот вместо сплинтера у Саги. Ай, была бы красота. Сюрики. Сразу минус двоечку сделали. Давай, наверное... Давай Бибопа, наверное, нахлобучим. Минус. И Рокстеди. Интересно, а кто из них сильнее? Бибоп или Рокстеди? Кто мне может это сказать наверняка? М? Как ты думаешь? Мне почему-то кажется, что именно Рокстеди будет... Ну, посильнее, потому что он посвирепее, что ли. Так, ну что, у нас первый этаж с тобой, да? А ну-ка давай такой вот Йода-катана. А если вот так вот? Хоп-хоп-хоп, нормуль. Половина хп осталось и... Ну, сам понимаешь, этот... как его, космодром, да? Первого уровня, ну, первый этаж, это все ерунда. Мы же с тобой будем потихоньку-потихоньку подниматься все выше-выше по этажам. И уже на самом верху, конечно, будет уже... Глаз, если я не ошибаюсь. Ну, главное, что мы с тобой получили ДНК на Рокстеди. И также мне нужно ДНК на Шреддера. Слушай, вот это испытание тоже я, честно говоря, обожаю. Потому что здесь даются такие карточки, которые нам нужны. Очень мало таких испытаний вообще у нас в игре осталось. Буквально единицы. Но когда они попадаются, прямо одно удовольствие их проходить. Так, тихо. Ах ты, банка консервная. У него, кстати, 60 уровень, да, пошел. А у нас сплинтер под угрозой. Донателло уже будет на следующем бою, так сказать, пасовать. Окей, ярость Рафа. Ух, понизили атаку. Добили. Так, Майки сможет добить? Нет, у него нет двойной атаки, поэтому... У него, когда двойная атака идет, да, он сразу пробивает. А вот с одиночной, ну, не всегда получается у него. Так, опять это шейк-лейка, но я... Хотел сказать, давай сделаем массовую атаку. А у нас массовой атаки пока и нету. Только лишь Леонардо, да? Ну, может еще, конечно, нам здесь подсобить Донни со своими сюриками. Но это так себе. Относительный удар. Банка хорошо делается. Банка, бачок мусорный. Как хочешь его называй. И переходим с тобой на третью. Лишь волну на третью. Так, вот здесь вот, блин, опять массовых атак нету. А ну-ка, вжарь. Ходжи. Слушай, неплохо, да? Для своего уровня. Почти чуть больше половины хп отнимает. Я считаю, что для крысы это норм. Так, пробьем-ка мы с... маузера. Вертушку здесь, ребят, ну неохота на самом деле делать. Потому что для трех бойцов так тихо. Ответочка, упал. Массовая опять атака, да? Ну, я вижу по сплинтеру, как он все-таки страдает. И он сейчас, вот сейчас 100 пудов сплинтер побежит. Ах ты жулик, ах ты жулик. Мы с тобой можем хильнуться, хотя я хил уже потратил. Что-то мне, а вот, вот так вот мы с тобой сделаем. Что-то мне подсказывает, что мы здесь с тобой сплинтера потеряем. Конечно, не хотелось бы, но, видимо, деваться нам все равно с тобой некуда. Так, давай защиту еще повесим на себя дополнительную. И погнали, рубящий. Ох, ё-моё, нифига с удара просто, видел, рубящим сделал. Так, второй этаж. Сделаем уклонение для перестраховочки с тобой, чтобы у нас, ну, по крайней мере, сплинтер не упал. Оки-доки, давай делать вертушку. Так, ну что, половину хп отняли, теперь давай вот так вот сделаем. Так, неплохо, Майки, неплохо. Массовый, да? Ага. И добивочный, скорее всего. Да, ребят. Ну что же, я не знаю, на следующий бой вот все-таки я, наверное, уберу сплинтера. Ну, как бы он здесь не нужен нам. Очень большой риск его потерять, сфейлиться. Но зато карточка классического Шреддера у нас с тобой в кармане. Тут всего лишь два эпизодика осталось, поэтому поехали. Сплинтер, ты уж извини. Да я думаю, наверное, мы с тобой и Донателло здесь тоже уберем. Или не будем, нет, уберем.
Уберем отсюда Донни. Здесь уже, как ты понимаешь, 6 волн. Поехали. Нам бы, конечно, пробафаться бы по полной программе. Вообще, просто по-смачковски. Единственный баф, который у нас с тобой есть, это у Рафа на усиление. У Майки только лишь на уклонение. И то мы его придержим, ну, уже на крайняк. Пока будем своими силами здесь разбираться. Так, Рафик, естественно, добивает. Майки здесь слабоват. Хотя 82 уровень, но все равно, ребят, ну, увидите, да, получает урон. Причем такой солидный урон. С одного удара почти 3 ячейки хпшечки у него отняли, да? Какой там 3? Там не 3, там... Раз, два, три, четыре. Где-то 5 или 6. Ну, много, одним словом. Так, погнали. Хобана. А последний эпизод нам с тобой, скорее всего, придется проходить, брать всех персонажей. Я знаю, что там будет фейл. Кого-нибудь завалят, но тремя я вряд ли справлюсь. Да что ты будешь делать? Ну, еще и атаку понизили. Ну, хорош, отвяньте вы. От мелкого Микеланджело. Блин, вот считай, хил трачу только лишь для того, чтобы его захилять. Значит, такое впечатление, что можно и Майки оставить, и проходить с Рафаэлем и Леонардо. Но это, поверь мне, будет мне в тягость, потому что так у нас хотя бы с собой 2 хила есть. А там останется всего 1. Так, ну здесь я, наверное, вертушку, может быть, нет? Будем бомбить. Будем пробивать. Вот здесь я, наверное, сделаю все-таки вертушечку. И все равно у нас там будет еще 2 этажа или 3 этажа даже. Погнали. Минус. И добиваем с тобой, наверное, да? Окей. Ну все, теперь побежим по этажам. Первый, второй и так далее. Так, здесь давай вот так вот сделаем, наверное. Пич, постепеночку повесили. Естественно, будем делать уклонение. Хорошо, что у Майки есть пассивка на уклонение. Но я все равно сделаю. Вот таким вот образом. Пробивной делать не буду. Я думаю, что постепенный урон, да, добьет. Переходим с собой на пятую волну. Здесь у нас опять клешня. Я сделаю усиление атаки от Рафа. И погнали. Так, отлично. Пробивной я придержу. У нас еще будет впереди еще одна рука такая. Ай-яй-яй. Защиту нам, да, понизил, гаденыш. Так, переходим на третий этаж. Ах, елки-палки, я думал, что будет у нас рука. У нас тут уже все. Братюни стоят и ждут. Надо Кренга, наверное. Ох, смотри, как мы по Кренгу солидно так звезданули. Давай, 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 но и так и нету. Просто добьем. Просто добьем. Вот теперь началась веселуха. Отлично, Раф, красавчик. Нет, только не своими суператаками. Майки, держись. Твою же налево, а, ребят. Хранил, хранил, как говорится, его до последнего. И, как видишь, нифига не получилось. Все-таки Майки мы потеряли. Блин, это бесит меня. Я хотел, чтобы у нас здесь с тобой, ну, было на 3 звездочки, чтобы я смог потом пофармить, если что. Получается, из-за Майки, ну, сам видишь. Потому что этот Бибоп и Роксиди одновременно сходили, и все. У меня даже не было шанса ни на отхил, ни на уклонение. Вообще ни на что. Ну, зато они поплатились за это все дело, что они Майки уложили, а? Сосунки чертовы. Ладно, двигаемся потихонечку с тобой дальше. Так, посмотрим. Крэнк классический. Заработан. И теперь на эпизод 5. А на эпизоде 5 я не знаю, что делать, друзья мои. Тут глаз будет. Слушай, я, по-моему, этот эпизод никогда и не проходил, если честно. Полностью. Нет, один раз вроде бы было, когда я этот глаз завалил. Но на всякий случай я возьму все-таки всех здесь. Я, конечно, понимаю, что это глупо. Потому что Донателло и Сплинтер сразу же здесь будут падать. Но, по крайней мере, мы хотя бы пару ударов от себя отвлекем. Ну, вот начинается, видишь? Так, ладно, что мы с тобой будем предпринимать? Массовые атаки или как? Хорошо, что у нас, ребята, еще уклонение здесь стоит. Хоть как-то помогает. Ладно, давай сделаем массовую атаку. Добьем консервку эту. Окей. Тут 7 волн. 7. Ё-моё. Так, наверное, лучше пробафаться, я думаю, да?
Окей, вот таким вот образом. У нас ускорение подключилось. У кого? У Майки, да? Майки ускорение. Так, давай начнем вот с Маузера, наверное. Его надо выбить отсюда. Так, теперь консервные банки будем брать в расход. Все-таки уклонение работает, ребята. Угу, они промахиваются. Хиляться, я не знаю, ребят, пока, наверное, не стоит. Так, давай-ка вот так вот. Оп, фигня какая-то полнейшая получилась. Давай защиту на себя повесим. Хиляться, нет, не будем. Эх, Сплинтер, родной, придется из-за тебя потратить хилочку. Только лишь из-за тебя. Так, ну с этими разобрались. Вот тут уже начинается тягость. Это третья только волна, мы уже встречаемся с этими ребятулями. Могу посоветовать один варик. Через провокацию от Рафаэля. Через провокацию. Давай вот так вот. Хоп, нифига не получилось, не сработало. Бомбочка тоже не очень хорошо бьет. Так, Майки, у него одиночная была атака. Мы можем, кстати, с тобой, Рафаэлем, что сделать? Усиление вроде бы, да? У нас есть или нету? Сейчас посмотрим. Так, здесь добиваем Маузера. Так, ответочку давай, контратаку. Окей. Что, бежит? В Рафика, да, гаденыш? Что довольно неплохо отнимает. Причем не забывай, что Рафаэль у меня сотого уровня, то есть имба полнейшая. И он вот столько отнимает. Так-то вот, ребятушки, не стоит недооценить. У него еще плюс защита стоит. Да, Сплинтер тут, конечно, каши особо сильно не заварил. Ну-ка давай пробуем. Так, да что ты будешь делать-то, а? Что за жук? Слушай, по-моему, пора нам или хиляться, я не знаю. Мне кажется, его пока трогать не стоит, потому что у него стоит защита дополнительная. Вот единственное, что нам надо, это залечить раны. Угу. Ну что, погнали. Я просто боюсь, сейчас у нас с тобой исчезнет провокация, и они быстренько разберут и Сплинтера, и Донателло. Так оно все будет выглядеть, наверное, да. Так, добьем мы все-таки этого кабана. Да, добили. Ну что, Рокстеди, получи свое. Окей. Ну что, побежали по этажам. Как говорится, первый этаж, ну понятно, тут все легко. Может быть, даже еще и выживем. Если я еще даже сделаю уклонение, вообще будет великолепно. Так, погнали. Баф, баф-то хорошо. От Сплинтера хоть что-нибудь на дорожку сделает, да, полезное нам. Так, будем просто пробивать пока. Просто пробивать. Смотри, что делает. Оглушает Рафаэля мне, а. Хиляться пока не стоит. Пока не стоит, я тебе точно говорю. Пробиваем. Переходим с тобой на пятую волну. Так, здесь я не знаю. Хиляться пока опять же не собираюсь, ребят. Блин, единственное, что у меня, конечно, Рафаэль замедлен. И сам видишь, у него оглушение висит. Сейчас кому-то будет больно. Массовая атака пошла. О, еще и постепенку на всех повесил. Ты прикинь, какой я ушлепок. Майки, ё-моё. Трындец. Офигеть, у него что, такой мощный постепенный урон, что он просто всех, ну, практически всех уничтожил. Ну, Дони, конечно же, добивает Донателло даже, ты представляешь? Слушай, а что так плохо? Мы с тобой как-то идем, если честно. Шестая волна. Так, ну здесь понятно, здесь вот эта вся шайка-лейка. Начнем с массовой атаки, и потом будет только лишь глаз. Глаз будет лютовать, поверь мне. Ой-ой-ой-ой-ой, только не этот. Мощный удар. Ах. Ты смотри, что творит, а. Крэнгище. Этот еще иммунитет на себя вешает, да? Хорошо, пускай у них будет этот иммунитет. Чертов, а мы должны с тобой. Да ё-моё. Оглушит сейчас, да, еще? Нет, не оглушил. Хорошо, короче, мы с тобой добиваем Крэнга. Нам нужно с тобой уничтожить эть. Шреддера добить. Блин. Мне нужно хильнуться, друзья мои. Если успею, конечно. Не, не успел. К сожалению, я, друзья, не успел.
И один Лео остался, как истинный, как лидер, да? Истинный лидер. Ну, с глазом нам, конечно, тут в соло вряд ли там получится его забомбить. Хотя, кто его знает? Вот он, этот глаз, матрас. Сейчас будет электричеством шпарить. Чухался. Ты-дыч. Промахнулся, ты прикинь? Погнали. На, за серия. Что, 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 что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, заблокировал способность. Ты прикинь? Все, он сейчас меня уничтожит, ребят. А что за имба-то такая? Ё просто, ты прикинь, а как его бить-то вообще надо было? Просто взял и снес меня, да, друзья мои? Я в небольшом таком шоке пребываю. Как с ним вообще справляться? Что-то я даже как-то, если честно, растерялся прям. Блин, конечно, хочется получить еще одного Крэнга. Да и здесь тоже я сплоховал. Прошел всего на 2 звезды. Не знаю, давай попробуем еще разок. Фиг с ним, была не была. Чего-то как-то меня вообще это не устраивает. Блин, он еще заблокировал способность мне. То есть я даже не смог отхилиться, ты прикинь? У меня был хил, но так как он меня заблокировал, да, Сайленс повесил, я не смог захиляться. Трындец просто. Ну давай еще тут мне разбери всех на самой ранней игре. Совсем что ли приборзели? Хорошо, что у Майки, ребят, есть, как говорится, уклонение, пассивка, да? По нему фиг попадешь. Так, давай дальше вот, наверное, массовую атаку сделаем с тобой. Окей. В принципе, можно было бы хильнуться. Мне что-то так жалко тратить сейчас хил. И вот эта вот моя жадность меня может подвести, ребят. Окей, завалил. Давай еще разок. Да, что-то меня этот глаз вообще расстроил. Если он так будет бомбить, как его там выносить-то тогда, а? Ну давай, пробафаемся. Наверное, захиляться все-таки нам придется с тобой. Я сделаю, наверное, защиту и массовую атаку сейчас сделаю через Лео. Вот так вот. Ух, шикарно, повезло. Так, здесь я, скорее всего, возьму... Возьмем уклонение с тобой, да? Плюс Рафаэля я поставлю, наверное. Если я успею, конечно, что-нибудь тут поставить еще. В провокацию я хотел, короче, его взять. Блин, Сплинтер не доживет, да, я так понимаю? Как меня это вот вымораживает. Ты посмотри, что он еще на себя повесил. Он повесил на себя еще защиту здесь. Ну, шлепок, а. В тот раз почему-то такого не было. Сейчас, видите ли, у них защита у всех сработала. Трындец. Массово причем. Причем на всех. Да. Ладно, хорошо. Опять пошли массовые атаки. Промахивается, да? Хорошо, что он промахивается. Давай вот этого, наверное, загасим. Окей. Так, вот это вот бомба. Бомбочка полетела, да, ребят? Гранаты. Ах, неприятно. Да что ж такое, сколько у них там настака на этой защиты, ты мне объясни, пожалуйста, а? Сколько? Вот так вот, да, значит? Блин, Донателло бедный, бедный Донни. Они хотят его зашкварить, понимаешь? Но я-то попробую сейчас через вот это вот. Давай добьем Маузера. Уже потом будем заниматься всей этой шелупенью. Так, сними, пожалуйста, с него защиту. Вот. Этот парень теперь наш. Этот парень теперь наш. И этот тоже. Ну тут контратака, поэтому как бы... Блин, да со своими массовыми атаками достал уже. Погнали, короче. Начнем с Бибоба. Нет, давай так, обычным. Обычными атаками. Так, Раф, добей. Нет, не добьешь, конечно же. Так, давай, зато он контрит, это хорошо. Майки, ты как? 2 атаки у тебя. Сможет? Нет, не уложит он. Не уложит. Так, сюрики. Опасно сюрики выпускать, потому что здесь у Рокстеди есть контратака. Он может Донику навредить очень сильно. Так, ну что, давай вот этого холопа вот этого добьем. И остается только лишь Рокстеди. Ой-ой-ой.
По-моему, нам лечиться после этого надо будет. Отхил обязательно. Потому что, ну, сам видишь. Да ёпрасоте, он же сейчас же ушатает мне Дони. Нет, он даже не среагировал почему-то. А, контратака закончилась у него. Окей. Значит так, погнали, ребят. Уклонение я здесь использовать не буду пока. Надеюсь, Рафик там выстоит, выдержит. Пробивным, что ли, его зафигать? Давай пробивным сделаем. Окей. Так, ну что, первый этаж у нас с технодромом. Ну тут все просто и легко, тут даже париться не стоит. Второй этаж, в принципе, тоже не особо там напрягает. А вот дальше, да, дальше будет веселуха. Нам нужно еще по возможности откатить все скиллы. Блин, опять получает он у нас оглушение. Да что ты будешь делать? Все время он оглушает. Хиляться пока не буду, ребят. Все тоже попробуем приберечь. Давай лучше вот защиту на себя повесим дополнительную. Так, и... Сейчас добьем. Добили. Переходим с вами на второй этаж. Ну, здесь тоже с этой рукой разберемся. Главное, чтобы вот на третьем этаже, ну, то есть, где эти у нас находятся? Шредер, Рокстеди, все это тому подобное. Крэнги. Так, пока живем, ребят. Массовый... О, скоро отхил откатится у нас. Массовый... О, этот, пробивной. Даже не знаю, что делать. Тут двойная... Это... Давай двойной атакой пробьем его. Окей. Слушай, я все-таки буду сейчас ближе к завершению бафать. Так, ну, во-первых, отхил, наверное, да, врубим с тобой отхил. И уклонение от майки надо будет ставить. Ой, да ёб просто, ну что ты будешь? Он еще броню мне снизил, ты понимаешь? Все, слава богу, у нас все это слетело. Все, пробиваем этого шитика и идем с тобой на битву вон с теми лопухами, которые там стоят и ждут. У нас, по-моему, еще и массовая так откатилась, да? Или нет? Нет, не откатилась. Так, ну что, Шредера начнем, наверное, бомбить потихоньку. Ух, провокацию не хочу взять. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Попробуем усиленно сейчас бомбануть. Опа. Кул, найс, просто велико. Что ты там делаешь? Что это? Что это такое? Что за удар? Ага, атака и крит атака повысилась, да? Хорошо. Раз. Два. Эй! Не смог добить, что ли, этого шитика? Ну-ка. Крэнк, главное, чтобы он, ребята, не сделал свою массовую атаку. Фух. Ну вот и глаз. Блин. Долбанный глаз, а. Ну что, попробуем Квазимоду завалить. Ой, друзья мои, я не знаю даже, что сделать-то, как лучше-то. Погнали. Бамс, так, хорошо. Хиляться, стоит ли хиляться? Блин. Я думаю, что не стоит. Пока не стоит, ребят. Окей. Сейчас пойдет, да? А, он молнию выпускает. Окей. Так, давай бомбочку. Оп. И вот этот удар, пробивной мой, козырный. Лишь бы сейчас не начал тут чудить, а он начинает чудить. Второй раз, да? А, все, друзья мои, ты прикинь. Рафик крут, Рафик Малорик завалил. Ну что, тогда я могу тебе сказать официально, мы прошли это испытание. Если бы, конечно, не наш сплинтер, мы бы прошли на 3 звезды. Но сплинтера здесь, ну, просто, ну, никак нельзя было продержать, чтобы он выжил. В любом бы случае он бы погиб. В любом. Ну, а мы с тобой заработали карточку на Крэнга. Надо будет как-то вот этот уровень пройти, наверное, на 3 звездочки, да? В принципе, есть такой вариант, шанс. Просто переигрывать надо. Так, ну что, а мы с тобой, наверное, двигаемся в платиновую. Давай хотя бы глянем, что у нас тут. 70-е уровни, да? 70-е. Угу. Раз, два, три, четыре. 5. Вот как ты, как ты думаешь, сможем ли мы с тобой вот этой командой тут всех побить, победить? Не знаю, ребят. Но попытаться стоит хотя бы посмотреть. Так, замедлили, да? Но не всех. Ну что, Армагош, давай. Настал твой час, твой пик расплаты. Что-то как-то жидник ты расплатился. Этот провокацию, тот сейчас захиляет, да? Морзильная кошка же будет хилять.
Да кто бы в этом сомневался? Кто бы в этом, блин, сомневался, что он будет хилять? Ой, жидко-то как, жидко. Что? Что сейчас? Вот это вот кусок непонятного, извините меня, слизи бомбанул в Армагушу и отнял у него вот столько хп, и плюс еще и понизил атаку. А не припух ли он, а? Он на уровень ниже меня. Я офигею, я в офиге просто, понимаешь? Давай, давай, еще снежок там свой, да? Ну, конечно же, снежок, которым не попадает даже. Так, этого дурочка надо заморозить нам как-то. Окей, теперь ракеты. Да чтоб тебя! Пойдешь ты, гаденыш, или нет? Ну-ка. Блин, что за тимми? Что такой крепкий? Наконец-то хотя бы этот лопух упал. Ну-ка, хвостом, если... Вообще мимо. Так, у нас с тобой... У нас хила нет с тобой, елки-палки. Вот что я тебе могу сказать. Без хиллера что делать-то? Я не знаю, ребят. Переходим на вторую волну с горем пополам. Здесь у нас Мондагека. Надо, естественно, вот этого заблокировать. Эйприл. Хвостиком ее. Если бы еще попадали в этим хвостиком. О, постепеночка. Так, в кого? В Зека? Да ё-моёшечки, ну... Бум, они хотят мне добить Армагона. Я уже понял. Ну, естественно, а почему не добить? У него здоровья мало, так, естественно, надо его бить. Так, теперь взялись за змею Карай. Ну-ка, давай так. Тынч! Мимо. Точнее, минус. Так, Кейси Джонс у нас в дополнительной защите находится. Бомба. Так, а ну-ка... Ать, меткость понизили. Да, змейковью, ну ты удар делаешь, конечно. Да что такое-то, а? Ну-ка. Что-то не выходит у нас ни шишарики с вами. На, чё зэк-то так паршивенько бомбит? Что, что опять? Да ты не припух, сейчас еще заблокирует, да? Не, не заблокировал, но урон нормально такой нанес. Трындец. Ну, ты сам видишь. Остается зэк и змейковьюн. Против кого? Ёпрсты. Тут-то меня сейчас, наверное, и зашибут. А как он, интересно, первым ходит, если у него... Я не понимаю вот этого всего. Ускорение, блин. У меня бомбочка-то есть, нет? Она мне поможет, спроси вначале. Он тут защиту, что только не вешает себе. Нет у меня, блин, никакой бомбочки. У меня есть только вот этот тут. Змейковьюна потеряли. Ракеты. Удар. Еще удар сейчас. Заблокируй, да? Нет. Отхил. Да. О, все, по-моему. Что-то он мажет как странно. Ну тут ребята меня распишут. У меня... Ну, пипец просто. Здоровья нет, все. Жесть, команда, конечно, еще та. Но я тебе могу сказать одно, что в этих всегда вот этих платиновых испытаниях дают именно тех персонажей мне, да, вот смотри, если еще раз посмотреть, которые не прокачаны. Делаем вывод, нам нужно их прокачивать хотя бы до 80 уровня, если мы хотим вообще с вами как-то продвигаться в этих вот платиновых испытаниях. Да? Ну вот это, конечно, меня удивило. Армагон 71 уровня в платиновом ранге. И плюс какой-то вот этот вот куча болотной жижи 70 уровня плюнула и отняла почти все здоровье у Армагона. Вот это вот меня вообще просто в шоке. Да. Ладно, друзья мои, на этом будем закругляться. Надеюсь, серия вам понравилась. Обязательно увидимся в следующей и продолжим играть. О, тут еще и пойду-ка я зарабатывать телепортики. Так что всем пока и до скорого. Удачи вам.